Мы город бомбят, там наши семьи, наши дети. Мы здесь все ждем, всем мы хотим забрать, потому что их не выпускают. Мы все переживаем очень. Моя душа там, но мне волонтеры говорят, что я необходим здесь. Поэтому я здесь. Здесь очень мало русскоговорящих волонтеров, поэтому необходимо здесь находиться, встречать наших, сопровождать, здесь помогать.